Три участка автомагистралей Самарской области отремонтируют в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик в ближайшее время приступит к работам на обводной дороге в Красноярском и Кинельском районах и приведет в порядок магистраль Тольятти-Узюково-Димитровград в Ставропольском районе. Кроме того, под действие приоритетной государственной программы в этом году попадает два участка автодороги Самара-Бугруслан. Завершение работ по всем контрактам 31 октября.